Всем привет, я на рыбалке на Волге. Вот только что поймал такого вот красавца окуня. Не знал, буду снимать видео или нет. Пришел на рыбалку часа на 2-3, сейчас мне уже меньше часа осталось. Вот на такую вот вертушку. Это Aglia Long Адмерочка. Сам я ее раскрасил красным маркером. Клев сегодня слабый. Ходил по берегу, поймал всего 3 окуней. Ветерок достаточно сильный поднялся, опять волна была. И вот в таких условиях что-то как-то к берегу он хуже подходит в этом году, по крайней мере. Первого окуня поймал на Aglia Long полторашку серебристую. Причем где-то рядом с берегом вроде. Потом силикон кидал, тоже несколько зацепов поотрывал. Второго поймал, по-моему, на тиогу какую-то такую полупрозрачную. И третий, более-менее такой хороший окунь, тоже на вертушку такую же. Где-то так достаточно далеко на выбросе. И вот сейчас погода чуть подзатихла. Я перешел на другое место. Ну, забросов 5, наверное, и все-таки удалось достаточно быстро вытащить окуня. Поэтому надеюсь, сейчас чего-нибудь еще смогу поймать и показать вам. Есть. Еще один окунь. Этот поменьше. Но все равно такой вполне себе вменяемый. Вот, сразу же на выбросе кто-то схватил. Очень странно. Окунь обычно здесь около берега стоит. А то где-то... Фиг знает. А, это даже не окунь. Это уже вечерний судачок подошел. Вот такой вот. Поклевки как-то очень далеко происходит. Судачок. Все эти дни, которые я до этого ловил, в это время клевал уже прямо около берега. Сейчас около берега не клюет, а клюнул фиг знает где. И окунь тоже. Поклевки есть, которые очень далеко происходят. Что-то ему не нравится сегодня. Не знаю. Тут, правда, и ветер сменился. И очень много людей сегодня было. Есть, заживал. Но это окунь. Вот такой вот. Клюет исключительно на максимально медленной проводке. Причем прям так зажевывает. Догоняет приманку и глотает ее. Опа, есть еще один, но это какой-то слабенький. Сразу понятно, кто это. Это судачок.
Оп. Заживал. И опять такой же. Опа. Есть поклевка. Ветер меняется, как попало вообще. И сорвался. Я его так небрежно тянул. Потому что это опять был судачок. Есть. И это окунь. Самый мелкий, наверное, за сегодня, но окунь. Вертушку я уже не меняю, ловлю на нее. Обычная золотистая аглиолонг, адмерка. Я ее раскрасил. Просто сплошные золотистые, серебристые вертушки я как-то не люблю, поэтому красные точечки и полоску на ней нарисовал. И вот именно на эту вертушку, на такую разрисованную, на прошлой рыбалке в 10 вечера удалось мне поймать окуня на 925 грамм. Видео я не снимал, но будет отчет с этой рыбалки очень подробный, кстати. Ссылку, если будет необходимость, оставлю на этот отчет. Вообще сформировались у меня уже четкие предпочтения в плане приманок, на которые именно вот в этом месте можно и нельзя ловить. Касаемо вертушек, именно некоторые конкретные типы лепестков и размеры я здесь использую. Какие-то другие уже забраковал по определенным причинам. Не буду сейчас это все сильно расписывать. Вот еще рыба. Это потому что отдельная тема для обсуждения. Ну, это, кстати, хороший. Ну вот, такой вот судачок. Самый крупный, наверное, вот за последние дни, кстати. В общем, касаемо выбора вертушки для конкретного места. У меня тут какая-то своя стратегия выработалась. Вот, а сейчас увидел, что кто-то малька гоняет недалеко от берега. И решил вот так вот вдоль берега бросать. И сразу практически последовала поклевка. К вечеру все-таки подошел судачок. Сейчас стал я спиной к ветру. Ветер что-то поднялся к вечеру. Пока я снимаю видео, я снимаю полчаса, наверное, минут 40. Ветер уже сменился раза 4. Конечно, это все не очень хорошо. Не люблю, когда такое происходит. На рыбе это зачастую тоже отражается не очень хорошо. Вот
А это окунь. Хорошего окуня удалось поймать. Время уже, наверное, почти 10. После 10 он особо не ловится. Вот вчера как раз я ровно в 10 последнего поймал. Поэтому сейчас, может быть, еще зацепим парочку. Опа. Вот так вот. На вертикальной такой проводке поднимал. Медленно блеснулся одна уже, чтобы ее вытащить. И вот схватил ее опять судачок. Время без 5:10. Начал я снимать где-то в начале 10. И так достаточно много поклевок рыбы успел потаскать. Такая вот вечерняя прогулочка, не длительная. И очень даже веселая получилась в очередной раз. Когда я пришел, клевало совсем плохо. Ну и окунь вообще сегодня не очень активен. С трудом его удалось наловить, но все-таки удалось. Может быть, из-за того, что купальщиков много. В этом году очень много людей здесь купается, как никогда. До этого предыдущие года как-то мало было, а сейчас прям полно. Ну, хотя и жара стукнула хорошая. Тут по плюс 35 каждый день уже неделю точно. Может, рыба все-таки пугается. А может, пугается мелочь, малек. И, соответственно, вместе с ними окунь ходит. Потому что вот к вечеру я видел, тут стаи малька прям вдоль берега ходили. А может, из-за погоды, из-за ветра и так далее. В общем, разные могут быть причины. Еще такую особенность заметил. Раньше как-то бывало, вот в том году я здесь ходил. Ходишь, ходишь вдоль берега. Раз там на стайку наткнулся, одного, второго, третьего поймал. А в этом году вообще не так. Вот можно реально встать на одном месте и вообще не ходить. И периодически будут влетать окуни. Вот 100%. Такое ощущение, что они плавают как-то тут просто вдоль берега. По одному или по несколько, не знаю. И вот иногда попадаются. Прям в любом месте можно вставать. И рано или поздно окунь клюнет. Это уже совершенно точно, уже где-то 5 рыбалок, наверное, я на этом месте. Вот каждый раз примерно так. Прихожу, встаю. Нет поклевок. Стоишь, стоишь, раз клюнул. Раз опять клюнул. Потом судачок к вечеру начинает также подходить. Но судачок здесь такое ощущение, что вообще по всему берегу стоит, когда темнеет. Время ровно 10 часов вечера, и клев как-то затих. Стою я вон в воде. Во-первых, сегодня на дальних выбросах окунь клевал, поэтому я их периодически проверяю. Ну, чуть дальше можно бросать. Во-вторых, так удобно бросать вдоль берега. Можно прям так вот бросать и проводить. Тоже проверять. И в-третьих, комары ноги не жрут, потому что комары постоянно жрут именно ноги. Что еще не сказал? Ну, по снастям. Спиннинг Максимус Эгоист X 2.10 тест. Катушка Дайва Фуэго и плетенка Интек 0.5. Ну, основная рыба на вертушку, видели на какую? Аглия Лонг Адмерка. Это именно вот вечером я ее ставлю, уже после где-то 8:30, вот эту вертушку. Вот последние пару дней она мне приглянулась. В солнечную погоду мне по душе что-то более темное такое, типа Black Fury на окуня. А вот вечером что-нибудь золотистое. Хотя это не аксиома, надо пробовать. Да и вертушки тоже у каждого, наверное, по-разному. Кто, у кого что лучше получается проводить, тот на то, наверное, и ловит. Ну и плюс от места зависит все-таки. Здесь вот тяжелые вертушки, например, троечку, то же самое, не
неважно какой лепесток, комета или обычная аглия, уже проводить не получается медленно. Если ее так же медленно вести, как я вот веду сейчас вот эту, то она будет цеплять дно и достаточно быстро застрянет и оторвется. Без обрывов я здесь вообще не обхожусь. Что есть, то есть. Ну все, что-то не клюет уже. А то совсем сейчас стемнеет. Даже судачок мелкий и то затих сегодня. Странно. Обычно всегда он в это время клюет. А сегодня как-то нет. Получился самый клев на закате, именно вот с 9 до 10. До этого плохо клевало. И после 10 вообще нет поклевок. Так что сейчас буду собираться и пойду домой. Вам спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях. Ну и любые ваши мнения тоже оставляйте в комментариях. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, если еще не подписались. Будет еще много интересных видео. Ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч!